Сегодня. Журналисты, поможите нам, просто на нишку пойдите в супермаркет, купите эти пластмассовые привезенные за границу. Все товары купите и понесите в лабораторию. Понесите. И в нас приедете, возьмите. И понесите в лабораторию, и посмотрите, что вы ездите, люди в городе. Не купляйте в эту хрень. Депутаты сделали себе большие деньги и сидят дома, карантинятся, понимаете? А сейчас уже называется не коронавирус, а карманавирус, понимаете? Потому что залезли в каждому в карман, понимаете? Чтобы уже подохли вообще уже, и все. В Украине лохи хай жрут, а мы бабло будем считать. А мы не лохи. Вова, мы не лохи, Вова, выйди до народу. А ты брехун, пока ты ничего больше не заработал. Ты пока не заработал на бизнес, чтобы к тебе нормально обращались люди, ты понял? Я вообще что хочу сказать? Что супермаркеты можно ходить, а на рынке нет. Вот проблема просто, ну, абсурд. Просто абсурд, понимаете? Почему так? И мы весь, люди все страдают, получается, из-за этого. Блин, товар не уходит. Работают овощные. Работают рынки овощные. Вот АТБ, мы стоим по 3 рубля. По 3 рубля купляют, продают по 30. Зазор, блин, 500%. Куда это вообще свести? Мы тут сейчас не для того, чтобы открыли херсонский рынок, а рынки всей Украины. Херсонский губернатор не нужен. Нам надо власть свыше. Давайте все разом, давайте, чтобы открыли везде рынки. Потому что мы очень велике топливо топимо для огірка, для помидора. Удобрение дуже дорого стоит, семена. Людей наняти, у нас немає за що. Це не безцінь, рідинка не по чому, огірок не по чому, все не по чому, капуста. Ні, в АТБ дуже больші. В АТБ, да, ціни космічні, 31 гривна в АТБ. Рідинка 28, вже 14 гривень. А в нас по 50 копійок викидається везде на поля. Вообще все не по чому наше. Люди добрі. Давайте, чтобы наша Украина полностью все базари открыли. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы люди. Мы хотим есть, купаться, стригтися, вдеваться, взуваться, жить нормально. 10 тонн есть. Как было на плакате, жить по-новому. Вот мы хотим жить по-новому.